Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Разместив номер телефона агентства сети интернет, мужчина получал заказы посредством телефонной связи. В Смоленске разогнали салон интимных услуг. Ну и что, штраф платить, что ли, надо или что? Пока мы вас предупреждаем. Профилактическое мероприятие «Пешеход». Выбирая пиротехническое изделие, обратите внимание на их внешний вид. Как выбрать качественную пиротехнику? Мы хотим посмотреть, как я выгляжу. Праздник в спортивной школе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Выполнение напряженного бюджета 2017 года напрямую зависит от роста доходной части. Одним из источников пополнения казны является приватизация государственного имущества. Прогнозный план приватизации обсудил комитет Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям природопользованию. От продажи госимущества Смоленской области в будущем году планируется получить около 28 миллионов рублей. С 2010 года в областной администрации работает телефон доверия, куда можно сообщить информацию о фактах коррупции среди государственных и муниципальных служащих. Губернатор Алексей Островский поручил профильному отделу аппарата администрации детально проанализировать информацию, поступающую по телефону доверия. Смоленские сотрудники уголовного розыска выявили факт организации притона по оказанию интимных услуг. Подробности в нашем сюжете. Оперативники провели розыскные мероприятия и установили место, где за плату оказывали интимные услуги. Девушки были задержаны и доставлены в отделение полиции. Из их показаний было установлено лицо, которое может быть ответственным за организацию проституции. Хозяином притона оказался житель Смоленска 1977 года рождения. В социальных сетях он знакомился с девушками и приглашал их в областной центр зарабатывать деньги. Свое предприятие он назвал агентством, распространял рекламу в интернете и организовывал встречу клиента с жрицей любви, за что получал часть денег из оплаты услуг. Его арестовали по дороге домой. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Пользователям соцсетей нужно помнить, что некоторые услуги в интернете противоречат закону. В связи с двукратным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей школьного возраста в Рославле с 23 по 30 декабря все школы закрыты на карантин. Также руководителям образовательных учреждений рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. В Десногорске заболеваемость возросла незначительно. 20 декабря исполнилось 99 лет со дня образования современных органов государственной безопасности России. К следующему юбилейному году службы Смоленская областная организация ветеранов готовит коллегам особый подарок – книгу «100 лет у ФСБ по Смоленской области». В ней будут собраны истории людей в разные годы, стоявших на страже госбезопасности на Смоленщине. В течение текущей недели сотрудники полиции тщательно контролируют обстановку на дорогах Десногорска. В городе и по всей Смоленщине проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Подробности далее. Во время операции сотрудники полиции выявляют пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах, и водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на переходах. За переход проезжей части в неустановленном месте Кодексом об административных правонарушениях по статье 12.29, часть 1 для пешеходов предусмотрено штрафные санкции 500 рублей. Для водителей, не уступивших проезжую часть пешеходам на нерегулированных пешеходных переходах, по статье 12.18 предусмотрена административная ответственность в размере 1500 рублей. В свою очередь, от лица ГИБДД я хотел бы обратиться к водителям и пешеходам, вне зависимости, видите ли вы инспекторов ДПС или нет, соблюдать правила дорожного движения в повседневной жизни каждый день. Профилактическое мероприятие продлится до конца недели. Итоги подведут в понедельник. Но уже сейчас известно, что инспекторы ДПС составляли протоколы об административных правонарушениях как на водителей, так и на пешеходов. Кроме того, учитывая погодные условия, госавтоинспекторы контролируют и скоростной режим.
В Новодугинском районе начало работу уникальное учебное учреждение. Свои двери распахнула школа-интернат «Феникс» для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Учиться в ней смогут не только школьники Новодугинского района, но и из других уголков Смоленской области. На Смоленщине выбрали лучшего работника органов ЗАГС. Им стала Татьяна Тимофеева, специалист первой категории отдела ЗАГС Десногорска. Татьяна Васильевна победила в конкурсе профессионального мастерства, который был приурочен ко дню образования органов ЗАГС. От души поздравляем Татьяну Тимофееву с заслуженной победой. Приближаются новогодние праздники, и пиротехнические игрушки снова в моде. Для того, чтобы не случилось трагедии, главный государственный инспектор по пожарному надзору дает рекомендации, как обезопасить себя от контрафактной продукции. В настоящее время существует огромное количество разнообразного товара, с помощью которого можно устроить незабываемые пиротехнические шоу. Прилавки пестрят разнообразной продукцией разных производителей. Порой можно наткнуться и на контрафактный товар. Как отличить качественные пиротехнические изделия от подделки и на что необходимо обратить внимание в первую очередь? Пиротехнические изделия необходимо приобретать только в специализированных отделах, магазинах. Приобретать пиротехническое изделие проверьте наличие сертификата соответствия инструкции на русском языке срока годности. Приобретая незнакомое вам изделие, не получив инструкции или квалифицированной консультации от него, лучше отказаться. Выбирая пиротехническое изделие, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты, измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Пиротехнические изделия далеко не безопасны. В их состав входит порох и сжиженный газ. Купив фейерверк, обязательно прочтите инструкцию. В ней указано, на каком расстоянии можно находиться зрителем и как правильно устанавливать пиротехническое изделие при использовании. При использовании пиротехнических изделий категорически запрещается использовать пиротехнические изделия до ознакомления с инструкцией. При ветре более 5 метров в секунду. Использовать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки и провода электронапряжения. Запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. Отклоняться над изделиями во время их использования. Использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями, а также разбирать или переделывать готовые изделия. Купив пиротехнику, не забываем и о безопасности дома. Пиротехнику нельзя хранить на балконе. Фейерверки, салюты нельзя ставить рядом с отопительными приборами. Не храните пиротехнику в ванной комнате, так как там повышенная влажность. Прячьте пиротехнику от детей. Храните все виды бытовых пиротехнических товаров в сухом и хорошо проветриваемом месте. Выбор места для запуска салюта и фейерверков тоже играет большое значение. В Десногорске устраивать пиротехнические шоу разрешается только в 4 местах. Это зона отдыха, центральный парк города, площадки напротив домов 12 и 16 в первом микрорайоне, а также за объездной дорогой Н-11. В областной библиотеке прошли 12-е твардовские чтения. Исследователи обсудили такие темы, как 80-летний юбилей первой поэмы нашего земляка «Страна Муравия» и завершение смоленского периода его творчества. Также в рамках чтений был открыт и музей Твардовского, сбор экспонатов для которого продолжается. 26 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце на общероссийской новогодней елке будет и делегация Смоленщины. Это 40 человек, в том числе 32 ребенка. А на следующий день, 27 декабря, губернаторская елка, в которой примут участие 800 детей изо всех муниципальных образований, в том числе и из Десногорска. Самые юные спортсмены Десногорска уже встречают Новый год. Подробности в нашем сюжете. Как и положено, у настоящих спортсменов новогодний праздник начался с разминки. А главные почетные гости мероприятия «Дед Мороз и Снегурочка» приготовили для ребят самые настоящие испытания. Разделившись на 2 команды «Мишек» и «Зайчиков», юные спортсмены со всеми заданиями справлялись на отлично. Даже несмотря на то, что иногда им приходилось применять всю свою смекалку, ловкость и быстроту. Показав главным гостям праздника свое стремление к победе, ребята исполнили песни, станцевали и прочитали стихи. За каждый представленный номер Дед Мороз щедро одарил каждого памятным подарком. Завершился праздник хороводами и раздачей долгожданных сладостей. Мне очень понравился на празднике. Дед Мороз и Снегурочка. А еще? Эстафеты. Хорошо.
шоу. Смешно. Мне больше всего понравилось стихи рассказывать. Впереди у ребят новогодние каникулы, после которых они опять придут в зал, чтобы воспитывать в себе главные качества спортсмена – волю, дух и стремление к победе. В Смоленске прошел областной турнир по тхэквондо. В нем приняло участие около 120 юных спортсменов из Смоленска и других городов области. Интерес к корейскому боевому искусству есть и со стороны властей. В следующем году организаторы планируют расширить географию участников и повысить статус этого первенства. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.